Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а мы сегодня будем играть в игру под названием Finding Bigfoot. Эта игра, можно сказать, наподобие Рейка, но еще хуже, еще страшнее. Кому интересно, можете посмотреть мой плейлист с Рейком, ведь я его проходил и я его прошел. А сегодня мы будем охотиться на Бигфут. У нас есть карта с зимой, есть карта с обычным лесом. Но я думаю, это будет просто с обычным лесом сыграем. Enter to skip. Давай. Ну, вот за этого мужика сыграем. Да. Чё-то, конечно, игрушка уж слишком мне не радует. Shadow Slops, Medium, Hide. О, господи. Давай, English, Russian. О! Давай на высокое мне, просто. Настройки графики мне просто на высокое, давай. У тебя хоть меняется? Среднее. Так, тени. А, текстура высокая пусть у нас будет. Сглаживание. Среднее. Тени среднее. Дальность прорисовки. Построено. Высокое разрешение экрана. Вот. Я все настроил, все у нас норм, в принципе. Так, а вот это вот эффекты, растительность, разрешение экрана. Так, ну, в принципе, чтобы ловить Бигфута, у нас все нормально. Так, взять камеру ночного видения, использовать ПК. Использовать эти не могу, у нас нет сигнала. Так, задача. Поймать Бигфута, поместить Бигфута в клетку, найти пропавших туристов. Здесь ружье. Так, вот мое ружье. Да, круто, у меня есть ружье. Я могу открыть окно и закрыть окно. Прикольненько так. Так, что у нас тут? У нас в холодильнике есть мясо. Есть мясо с приманками. Есть амуниция. Патроны. Это птичка. Камер сейчас наберем. 4 камеры, капканы. Где? Пойдем осмотримся на улице. Что же у нас на улице есть? Так, отлично. Пуля датчик есть. Как? Так, вот как переключаться. На Z. Возьму датчики. Есть еще сигнальный пистолет. С сигнальными ракетами. Есть у нас веревки. Всякие веревки. Палки, дубинки у нас. Что-то очень интересное. Да, время идет. На Бигфута надо начинать охоту. Так, вот куда надо его поместить. Да. Какую веревку? Надо его, оказывается, наверное, дотащить. Дотащить до клетки. Ну как? Это непонятно. А еще мне непонятно, где тут у мужика капканы. Че, капканов вообще что ли нет? Как без капканов жить-то? Или они есть, или я их просто не заметил. А вот они. Капканчики. Так, ладно. Ну что ж, пойдем прогуляемся, что ли.
все это жутко страшно охотиться на Бигфута. Так. А как мне карта? Карта на М или на какую? Постройки. Да. Ничего мне не пишет. На как... Вот это фонарик у нас. Управление, вот. А карта Q. Так, вот это у нас карта. Давай сходим к болоту для начала. Проведаем, что у нас может быть на болоте. Да, эпичная графика у нас в игре. Очень эпичная. Твою мать. Убитый турист. Что у нас на болоте? Да, не нравится мне тут все это. В принципе, можно карту, о, камеру поставить. У нас есть камера, шикарная. На Т. Капкан, значит. Я просчитался. Да, друзья, я конкретно просчитался. У нас, надеюсь, камера нарисована, где стоит. Я конкретно просчитался. Представь себе, я забыл, да, взять у себя дома мясо. Вот я дурак. Как я мог забыть? Так, ну-ка домой пошли. Пошли-ка мы домой. Не, ну как я мог забыть? Я просто не понимаю. Чё такой дурный? Взял не... Вот прикинь, не взял с собой мясо. Офигенный из меня охотник. Вот просто идеальный из меня охотник на бигфутов. Давай, прям по камню фигач. Пофиг на все, где там? Блин, уже... Ее. Вот я прям в машины, все. Надо делать по-русски. Надо его сразу к своему дому звать, чтобы он рядом возле твоего дома был. Так, отлично. Один турист найден. Холодильник. Ну-ка, мясо мне. Моя охота, ёпть. Для начала можно что-нибудь сделать вот тут вот. Прям у дома. Прямо у дома. X. X это мясо. Т. Так. Капкан. В капкан кусок мяса. Идеально, что еще сделать? Он где-то рядом. И отвечаю, он где-то рядом. Блять. Ну нахер, я ебал это дело. Сука, я уже забыл, а какие нервы я с Рейком пережил. Он че еще посреди дня охотится у меня? Я уже тупо забыл, сколько у меня нервов было. Убита на Рейка, это пиздец. Так. Пешка. Ну ничего, хорроры они закаляют тебя. Так, ну нахер. Бля, страшно, да нахуй, он орёт. Гандоны такие. Датчик, пуля. Кью. Так, куда бы сходить? Туда идем. Надо охотиться нам
тобой по уму. На болото? Да, точно. Вот на болото я камеру снял. Надо установить. Надо что-нибудь на болоте пошарить, посмотреть. Ух, конечно. Уже нервы от одного его рева пошли по праху. Так, может быть, что-нибудь тут сделать? Блять, уже звуки камеры пугают, я ебал. Так, все, ну нахер. Уходим отсюда. Самое главное, какой стрелять? Вот я охотник. Во как стрелять-то. Так, отлично. Самое главное, помню, как стрелять. А то охотник из меня еще какой. Давай заранее патрончиков. Так, все, я на месте. Я у болота. Заебись. Цель самой игры — поймать эту мразь, которая может в любой момент появиться, которая рядом. Он рядом, я это знаю. Он следит. Слава богу, посреди белого дня я его еще не видел. Ну как ни крути, страшно, блядь. Особенно когда такой один. Ходишь по болоту, видишь чей-то дом. Тыльки какие-то летают. На его глаза похоже, очень хорошо похоже на его глаза. Уже день к ночи сходится. Нам надо бы переть поскорее домой. А что это, пиздец какой-то. Это просто пиздец. Тут без мата не обойдется. Так, стаминку героя, может быть, вернуть. Что-то он не хочет бегать. Герой, давай к дому. Здесь вот хороший вид. Идеальный вид. Все, валим нахуй. Где мой дом? Так, мой фургон в той стороне. Все, поебашили. Скорей домой, блять. Вот тупо скорей домой, потому что наступит сейчас ночь. И все. Пиздарулю. Тупо пиздарулю. Он нас на шурму порубит. Надо дать отдохнуть. Не всегда мужик хочет бегать. И это плохо. Блять, я уже звуков воды боюсь. Скорей домой. Тупо скорей домой. Да, вот я псих. У меня на улице 11 часов ночи, а я играю Finding Bigfoot. Веселый парень, да? Давай. Домой. Пожалуйста. Иди домой скорей. Я тебя умоляю. Цветы помидорки. Так, тут мой дом. Бля, темно-то как. Заебись, хотя бы видеть стал. Где мой дом? Тут где-то мой дом. Вот он, мой фургон. Заебись.
Домой быром. Да холодильник закрой, дебил. Окей, камера номер один. Что ты видишь? Камера номер два. Приманка. Чё-то нет приманки. Четыре. Камера номер четыре. О, бля. Блять, ну нахер, у меня еще камера номер 5 есть. У меня есть три камеры. Так, самое главное сейчас вот эту нам камеру посмотреть. Так, это олень, да? Да, это олень. Бля, страшный пиздец. На улице у нас ночь. А, да, на улице у нас ночь. Это болото. Самое стрёмное, что могло быть. Пизда, тут то, что камера на все градусы идет. Интересно, он пойдет на мои ловушки? Нет, нет сигнала, я понимаю. Это моя база. Так, вон там вот я сижу. Странный Бигфут. Чё-то нигде его не вижу. Это очень странно. Может быть, он хочет, чтобы я вышел погулял, что ли? Так, на улице гроза. Кого-то я слышал. Да, это пиздец, я кого-то слышал. Блять, завадил я, за Бигфутом охотиться. Так, камера номер два. Ничего не видит. На улице гроза. Экстрим. Из дома выходить — это самая главная ошибка. А, кстати, вот видите, время в углу экрана. Это показывает сейчас реальное время, которое на улице у нас. Что-то я сейчас, когда снимаю видос. Так, ты где? Блин, я не хочу допускать ошибок. Я не хочу выходить на улицу. Проще палить его по камерам. Что-то его нигде нет, конечно. Я ебанутый. Давай, что ли, осмотримся. Закрой дверь, пожалуйста. Тут кто-то есть. Ну-ка, стоп. Тут движение там было. Так это сзади. Где он может быть? На болоте, что ли? Я должен его грохнуть. Так, самое главное — это то, что его бояться нам совершенно не нужно. Он, я думаю,
безобидное создание. Я надеюсь, что он безобидный. Я очень это надеюсь. Ладно, хуй с ним. Вы это слышали? Блин, аж мурашки по коже. Ты где? Он ревел. Блин. Он только что где-то орал. Показаться не могло. Где? Вот мой дом. Все в порядке. Так, ладно, надо быть готовым к неожиданности. Самое главное, расслабить свои нервишки. Ни на что всерьез не реагировать. Блять, вот эта вот палка пизда жуткая. Где-то он ходит. Мы его слышали. Да, это как с Рейком, мои первые разы. Я тоже сидел, палил камеры. Но в результате я ничего не добился. Только собираешься выйти во двор, как ошибаешься в этом. Ты понимаешь, то, что на улице тебе никто не рад. Тебя никто не ждет. Ну разве что Бигфут, который готов тебя сожрать. Очень яркая ракета. Так странно. Я нашел одного выжившего. Ты где? Давай внимательно попалим камеры и... Что-то он ни на какую ловушку не захотел клевать, да. Какой-то орал. Олень. Окей, вот олень ходит. Но где же Бигфут? Так, нет выбора. Да, ребят, я конченый. Я конченый. Вдребезги. Тоже сейчас пойду. Но я, походу, что-то забыл здесь. Да, я забыл. Прибор ночного видения. Как все активировать. В управление сладим. Птичка розыгрыша, тигра, фонарь, перезарядка, приманка, камера, КПК. Нет, не то. Чуть нифига не врубаюсь. Что значит КПК? Прибор ночного видения включается на КПК. КПК. Это что? Блин, я забыл, что это такое. Давай так пойдем, я шеп кончен. Слази сюда.
Наберу сигнальных ракеток. Во! Неужели? Включился мой КПК. Походим, поищем его. Потихонечку. Странно, что его нет. Вот так вот всегда бывает. Я сейчас похожу, поищу. Потом он появится. Ходил, проведал. Еще раз по камерам слазим. Ох, ё-моё. Да, надо мне просто... Набираться сил и уверенности, бодрости на болоте чисто. Тут чисто. Чё даже странно то, что везде чисто. Это очень странно. Это безумно странно. Ладно, давайте. Я псих, друзья. Да, я псих. Пошлите его искать. Да я иду хоть. Вот я псих. Так. Стоим на месте. Он может быть откуда угодно. Так, ладно, давай домой. Этот угол я осмотрел. Слишком страшно. Для начала, да, слишком страшно. Угол я смотрел, значит. Тот угол. Осталось. А его нету. Его нигде нету. Он исчез, он пропал. На ловушке он не собрался идти. Он забил на все ловушки, он тупо на них забил. Все мои подарки судьбы. Сигнальных ракеток. Много не бывает. Блять. Ну нахер. Давай домой, братан. Что-то вышел, он где-то рычать стал. Сзади, чё сзади? Чё спереди? Впереди все хорошо. Да, только собираешься духом, и рев Бигфута тебя сбивает, и ты сышь. Да, ты очень сильно сышь. Пойти и увидеть его.
так светит. Так, у меня еще один капкан остался. Даже два капкана. И... В принципе, можно что-нибудь замутить. Где же бы ты мог быть, Бигфут? Ты не Рейк. Ты что-то гораздо страшнее его. Наступает утро. Но мне очень хочется проведать бы эту зону. Что у нас происходит именно в этой зоне? Да, мне страшно, я не спорю. Даже мурашки по коже идут. Но это того стоит. Победа стоит жертв. Очень интересное место. Ну пофиг. XT. Капкан. Нормально, капкан. Ловушка без камеры идеально придумана. А зачем мне еще камеры? Мне хватает и 4 камеры, верно? Думаю, верно. Можно по уму походить, поискать еще места. Думаю, на эту ночь он вернется. Думаю, он вернется надирать меня за два. А он, в принципе, может. А почему бы тут что-нибудь не перевалим отсюда. Теперь сюда сходим. Мы будем везде ходить. Мы будем осматривать все. Мне надо найти пропавших людей. Надо искать пропавших людей, чтобы нам дали за это вознаграждение. Ребят, я его вижу. Что мне сделать? Пусть такой. Получай, сука. Заебись. Когда-нибудь видели эту штуку посреди белого дня? Все, он побежал от меня. Я буду вести преследование. Я не сдамся. Я, блядь, не сдамся. Я видел его. Я его чувствую. Так, он возвращается. Ближе.
Все, сейчас будет стычка. Я иду за тобой. Иди сюда, гнида. На нахуй тебе. Ты еще охотился на какую-то посреди белого дня. Но ясен хуй, я охотился на эту мразь. Отлично, веду преследование. Веду преследование этой скотины. Не, блядь, ты от меня хуй уйдешь. Ночью меня пугать вздумал. И буду вести твое преследование. Рано или поздно ты сдашься. Так, отлично. Ты идешь мне дать пизды, да? Так, датчик. Я вижу. Скотина. Надо бы в тебе побольше датчиков насажать. Я веду твое четкое преследование. Ты скотина-то, а? Неблагодарная. Ты никуда отсюда не денешься. Я нашел тебя. Во имя добра. Ты умрешь. Он прям передо мной. Иди сюда, мразь. Сука, датчики все. На пуле хуяч. Так, давай. Я буду вести твое преследование, скотина. У меня еще работает датчик на тебя. У меня он еще работает. Я буду вести на тебя преследование. Ты трусишка. Рейк был и то пизжит тебя. Хули я тебя боюсь. Иди сюда, скотина. Ты не захотел ко мне ночью приходить? Ну так я тебе пизды дам. Иди сюда. Я тебя поймаю. Ты сыкло. Даже пизды мне нормально дать не можешь. Я тебя вижу. Я тебя чувствую. Так, где? Ну и хули мы стоим? Иди сюда, скотина. Я буду тебя посреди белого дня гнобить. Перезарядка, нахуй. На озеро пошел, скотина. Я буду тебя добивать. Куда ты там собрался? Я тебе не тряпка, я мужик. Я тебя поймаю. Через воду он пошел. Вот я видел. Сука, с водой проблема, лучше бы оббежал я. Вот скоро с него датчик слетит, это будет хуёво. У меня датчики на него кончились. Здесь это сейчас долго еще поработает. Ночью он более бешеный. Поутру я могу его отпиздить. Поутру я еще могу много чего с ним сделать. Так, я нашел палатку. Спасибо тебе, Бигфут. Так, веду прямое преследование. Это из скотины. Так, он пошел к пункту четвертому, к камере 4.
Можно... Самое главное, то, что он у меня на мушке. Я его нашел. И я его прибью. Да, я прибью эту скотину. Вот что ты к камере не идешь. У камеры, да, у камеры есть ловушка на тебя. Так, давай. Я тебя поймаю. Скотина. Это охота. Сейчас ты приблизишься к той камере. Ты сейчас прям передо мной, что ли, пробежишь? Я тебя не вижу. Где ты? Вот он. Побежал, скотина, на оттену. Клинита черножопая. В болото ушел. Ничего, там уж конец карты. Не уйдет. Самое главное то, что я держу над ним здоровый плюс. Так, тут с него слетел датчик. Смотрите в оба. С него слетел датчик. Вон он. Я знаю, это там скотина. Я буду тебя преследовать, урод. Ты где? Так, самое важное есть. Я ему нанес серьезное ранение и потерял его где-то в этой зоне. Где-то тут он, блять, я птичку бы бурзает. Все, мужик, все будет нормально. Пошлите-ка домой лучше. Я потерял его из виду. Он где-то в этом болоте. Так, ну хоть он теперь будет знать, да, он теперь будет знать, с кем имел дело. Я ему насовал пару патронов в жопу, это круто. У меня все по уму зайти, но самое главное, классно с датчиками сработало. Может быть, тут уж попался куда-то. Так, что у нас тут? Амуниция шикарная. Патроны я нашел. Так. Блять. Звуки больше пугают, чем он. А он трусишка. Он боится. Он сам боится тебя. Возвращаемся, значит, трейлер. Нас ждет еще одна ночь. Ну, их может быть еще несколько этих ночей будет, но... Нас ждет еще одна охота. Еще одна охота нас ждет. Он может нас здоровски напугать, но особенно меня. Смотрите в оба. Сейчас солнце сядет быстро. Надо бы до трейлера дойти. Не, ну надо мне фартануло. Я его нашел посреди белого дня. Ночью его искать очень стрёмно. А утром
Явно давал ему пару патрон за ты, все шикарно. Так, отлично, я почти дошел до дома. Иду без фонаря, чтобы не привлекать его внимание. Так, думаю, мне этой ночью отомстит. Он, в принципе, может. Он еще тот гандон. Где мой дом? Вот мой дом. Отлично, я дома. Датчики, датчики, датчики. Пуля, датчик, датчик. Блять! Иди нахуй отсюда! Слышишь меня, ублюдок? Пошел нахуй! Блять, датчик скорей! Пил нахуй! Сука, попал! Блять! А не, попал, на нахуй тебе! Веду преследование нахуй! Вот скотина-то, ублюжище, я тебя выведу на чистую воду, сука. Иди сюда. Сюда, блядь. Ты умрешь этой ночью. Иди сюда, скотина. Я Рейка пристрелил с ружья. Так, вот ты где. Я тебя вижу. На тебе нахуй. На тебе сейчас, сука, придачу. Так, веду преследование тебя, скотина. Вообще не боишься. Я знал то, что ты придешь от труди. Отличное прямое попадание. И ты пришел, и правильно ты сделал то, что ты пришел, скотина. Ты все очень правильно сделал. Нифига со мной тянуть, я тебя... И так вынесу. Блин. Бегает тут по заколочкам всяким. Правда, жаль, что у меня с хпшечкой мало. Мало хпшечки осталось. Это плохо. Это очень плохо, но я хотел бы знать, где ты. Так ты вот прямо у меня перед носом. Показывать датчик. Где ты? Я напрямую не вижу. Так вот ты. Иди сюда. Иди нахуй отсюда, ёб твою мать. На нахуй тебе. Сука. Блять, скот. Я бы тебе еще в придачу дал. Блять, я почти умер. Надо идти к трейлеру скорее. Оставим эту скотину в покое. Я не хочу сдохнуть. Так, ну-ка, без фонарика нахуй. Самое главное, пока действует датчик. Он сильно ранил. Он очень сильно ранил. Вот сейчас мне, если честно, страшно. Потому что я не хочу умирать. Я этого не хочу. Блять, он приближается. Сука. Домой. Надо успеть домой. Он жить возвращается. Скотина. Так, закрой. Птичка. Где моя птичка? Используйте аптечку. Ну. Ну, блять, аптечка. Сука, аптечка. Как использовать аптечку, мать его? Гайд, аптечка, хе. Фух. Блять, она ж у меня с собой была. Скотин, ты прям возле трейлера, да? Вот ты, блять, скотина, иди сюда. Иди сюда, черт. Придачу тебе нахуй.
Ведь прямо тут ходит, прям под носом. Жаль, что у меня датчиков не осталось. Ну, сука. Нельзя терять это. Я буду его преследовать. По-другому никак. Это война. И я в этой войне должен победить. Так, вот сейчас реально плохо дело. Куда ты делся? Скотина. Ёбище лесное. Так, минутку, друзья, у меня тут окошко.